Близнецы, доброе время суток. Давайте посмотрим, каким будет для вас май и как он проиграется в различных сферах вашей жизни. Вы в мае, мои хорошие. Ну что ж, прекрасная карта, которая говорит о том, что любые поездки будут для вас в удовольствие. Для кого-то может проиграться как признание в любви. И, в принципе, можете услышать хорошие, добрые слова в свой адрес. Но, опять-таки, для кого-то может быть покупка транспортного средства, мотоцикл, машина и так далее и тому подобное. Но вы, мои хорошие, будете чувствовать себя в мае на высоте. Это и приятное общение, это и поездки в удовольствие, это и приятные слова в ваш адрес. И, в принципе, это карта заботы, любви, легких отношений, легкого общения, поездок в удовольствие и наполнения своего сердца и души позитивными эмоциями. То есть все то, что идет вам в удовольствие. По финансам выпадает старший аркан император, который говорит о том, что с финансами будет все хорошо. Если вы рассчитывали на какую-то помощь, эта помощь вам будет предоставлена. Для кого-то это проиграется так, что для женщин это будет помощь мужчины. Для кого-то это может проиграться как помощь государства. Например, получите субсидии, дотации, гранты и так далее и тому подобное. Все то, на что вы подавались, все то, что просили от государства. Да? И в данном случае государство как бы выполняет роль партнера, да? Помогает вам в финансовом плане. И для кого-то может проиграться так, что решите вопросы алиментов и так далее и тому подобное на юридическом уровне. То есть по финансам здесь все хорошо, финансы находятся под контролем. Давайте посмотрим дом общения. И здесь, смотрите, замечательная карта, солнечная, старший аркан. Солнце говорит о том, что общение вам будет в радость. Опять-таки, по данной карте проигрывается признание вас. Как может проиграться для тех, кто сдает экзамены в школе, это могут быть достаточно высокие баллы, потому что проиграться как золотая медаль, серебряная медаль, да, то есть поощрение за те достижения, которые у вас есть на данный момент времени. Опять-таки, для кого-то это проиграется как какой-то подарок, благодарность или признание всего того, что вы делаете, например, дома, на работе. На работе это может проиграться, например, как работник месяца, поощрение какое-то, дополнительный отпуск, какие-то выходные дни. Для кого-то может проиграться как обсуждение вопросов лета, летнего отдыха, поездок в какие-то хорошие, теплые места, теплые края, для того, чтобы оздоровиться, получить позитивные эмоции, заряд энергии. То есть здесь очень хорошо. Ваш дом. Смотрите, мои дорогие близнецы, здесь у вас очень важный будет месяц, потому что вот три старшие аркана подряд в вашем доме. Выпадает старший аркан маг, который говорит о том, что да, вы будете в центре внимания, у вас есть и ресурсы, и желание получить все те результаты, которые вы хотите получить. Для кого-то, безусловно, по данной карте здесь могут пройти какие-то медицинские консультации. Вот. Но, в принципе, данная карта больше говорит о том, что у вас есть ресурсы для того, чтобы получить желаемые результаты, и это прекрасно. Опять-таки, важным будет общение, общение с родными и близкими людьми. И, в принципе, вас будут поддерживать ваши родственники во всех ваших начинаниях. Это замечательно. Далее идем. Смотрим, что будет вам в удовольствие. И выпадает вам королева чаш, женщина водной стихии, чаще всего проигрывается как рак, рыба, либо скорпион. И данная карта говорит о том, что общение с этим человеком будет для вас в удовольствии. Для кого-то это может быть психолог, для кого-то это может быть подруга, для кого-то это может быть учительница, соседка и так далее и тому подобное. То есть человек в вашей жизни, вот такая красивая женщина, добрая, отзывчивая, внимательная.
она будет очень важна в вашей жизни, и общение с ней будет в удовольствие. То есть будет вас наполнять эмоционально. Это прекрасно. Давайте смотреть работу. В плане работы замечательная карта, которая говорит о партнерстве. Если вы ищете работу, то здесь может быть трудоустройство на новую позицию. Если вы уже трудоустроены, здесь будет поддержка коллег, признание за все то, что вы делаете на рабочем месте. Если у вас свой собственный бизнес, здесь может быть удачное партнерство на повестке дня. Если вы занимаетесь домашней работой, то здесь будет помощь по дому. Ну что ж, это хорошо. Давайте смотреть партнерство, личные деловые отношения. И здесь у вас ситуация выбора. Смотрите, вот такая карта, которая говорит о том, что у вас есть много различных вариантов, и вам нужно определиться, что вы хотите, с кем вы это хотите и как вы это хотите. Да, безусловно, можно предаться определенным мечтам, но в конечном итоге придется принимать решение, которое, скажем так, земное, да? То есть есть варианты, много разных вариантов, и нужно выбрать тот, который для вас проиграется позитивно в долгосрочной перспективе. Далее, восьмой дом. Давайте смотреть, что здесь у вас. Прекрасная карта, которая говорит о том, что у вас будет позитивное партнерство именно в плане финансов, в плане достижения целей, зачатия беременности, если это выходит у вас на повестку дня. Здесь может быть опять-таки помощь и дотации от партнера, либо от государства, как я уже говорила. И в принципе нет никаких опасных для жизни там ситуаций, да, либо каких-то сильных эмоций. Для кого-то, кто хотел поступить здесь, проигрывать за поступление в высшее учебное заведение, тот факультет, на который вы хотели поступить. И это замечательно, это прекрасно. Хорошо, давайте смотреть ваше путешествие. Что здесь у вас? И выпадает вам король жезлов, мужчина огненной стихии, чаще всего проигрывается как лев, стрелец, либо овен. И данная карта говорит о том, что в плане каких-то передвижений, путешествий, миграций, дальних поездок, и опять же для кого-то получение высшего образования, этот человек будет вам в чем-то помогать. Это может быть либо фактическая помощь действиями, либо какой-то совет, да. Вот я смотрю, здесь будет выход из какой-то сложной ситуации. Будете прояснять какую-то ситуацию. Вот она может касаться каких-то рабочих вопросов. Для кого-то это может быть вопросы, например, переезда на новое место жительства с целью трудоустройства. Например, за границу. Да? Вот какие-то такие моменты. И я смотрю, бизнес-поездки здесь могут быть, которые тоже будут удачные. Вот такие аспекты будут позитивными. То есть, если планируете какие-то путешествия, дальние поездки, да, либо вопросы поступления в высшее учебное заведение, либо, в принципе, чтобы сделать какие-то курсы дополнительно, да, то здесь все проигрывается в плюс. Хорошо, давайте смотреть вашу карьеру. Исполнение желания. Дом, полная чаша. Что здесь проигрывается по данной карте? Если хотели открывать семейный бизнес, то здесь вам зеленый свет. И опять-таки в плане карьеры важную роль будет играть ваша семья. Здесь могут быть вопросы именно партнерства, именно как сделать так, чтобы был и доход, который вам нужен, но и в то же время, чтобы была семья. Да, дом, полная чаша. Вот такие аспекты, чтобы был баланс между карьерой и домом. Здесь идет распределение обязанностей. Кто за что отвечает. Да? Вот такие моменты. Но карта очень хорошая, позитивная. Для вас важно в плане карьеры по данной карте, чтобы то, чем вы занимаетесь, вам нравилось. И это прекрасно. Потому что если мы делаем то, что нам нравится, мы делаем это в удовольствие, мы получаем позитивные эмоции и, опять-таки, материальное вознаграждение. Давайте посмотрим друзей, что здесь в плане друзей.
прекрасная карта, которая говорит о том, что ваши друзья действительно с вами на одной волне, они действительно готовы вас поддержать во всех начинаниях. Это прекрасно. У вас есть родственные души, общие интересы, общие цели и мечты. Для кого-то проиграется так, что будет покупка какой-то недвижимости, возможно, первой недвижимости, и друзья, знакомые могут вам рассказывать о каких-то интересных идеях, о каких-то интересных моментах, да, то есть вот такие позитивные обсуждения. И в любой момент, когда вам нужна помощь, вы можете обратиться к друзьям, и они окажут вам нужную поддержку. Это замечательно. И давайте посмотрим 12-й дом, дом тайного всего, и что здесь у вас. Смотрите, мои хорошие, для кого-то здесь может проиграться беременность и зачатие. Этот момент есть по данным картам. А для кого-то проиграется так, что у вас могут быть какие-то переживания внутренние за то место, где вы живете, за домочадцев, за детей. Такие скрытые, тайные какие-то эмоции, какие-то переживания. Вот смотрю еще одну карту, дотягиваю. Действительно, здесь вопросы деток могут выйти на повестку дня. Переживания за детей, за их будущее. Для кого-то переживания за зачатие, за беременность. Для кого-то, не для всех, повторюсь, поэтому услышьте меня, пожалуйста. Здесь может быть переживание о ком-то, у кого какие-то депрессивные ситуации, либо у кого были какие-то сложные моменты в жизни, да. Скажем, эмоциональные тяжелые моменты, когда нужна помощь психолога, потому что у человека там депрессивное состояние, либо угнетенное состояние духа. Вот какие-то такие моменты могут быть. И здесь вы можете даже как-то тайно, скрыто кому-то в этом аспекте помогать. Но для кого-то здесь может проиграться просто как желание уйти в декретный отпуск, желание беременности, либо желание работать из дому. Той причине, что есть детки, да, и нужно уделять внимание еще и им. Вот так вот, мои золотые. Пишите мне, пожалуйста, насколько резонирует с вами данный расклад.